куб воды на километр дороги. Первый проходит поливалка, за ней неотрывно следует пылесос. Ванну устраивают для всего участка, от остановки до проезжей части, смывая накопившуюся грязь. Но, несмотря на столь тщательное мытье улицы, чистой дорога остается не так долго, как хотелось бы. Данные казусы происходят в связи с тем, что в газонах давно не обновлялся чернозем. Вот, в связи с этим выдувает песок, землю, а также после дождей, после обильных особенно дождей, вымывает грязь на прилотковую часть дороги. В связи с этим приходится чаще совершать плановые уборки. Дороги с интенсивным движением летом моют до 20 раз в месяц. И, к удивлению жителей, многие улицы поливают даже во время дождя. А это, по словам сотрудников МП благоустройства, эффективная технология. Когда идет дождь, у нас получается, что вся грязь смывается с газонов, с тротуаров. И когда идет поливомоечная машина, даже во время дождя, вся та грязь и тот мусор, он прибивается в прилотковую часть, откуда потом его очень удобно убирать. Как механизированным способом, пылесосами, так и вручную. Здесь на 22-м партсъезде с самого утра моют посадочную площадку, тротуар, пешеходный переход. Водные процедуры уменьшают количество пыли, и самарцам становится легче дышать. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.